соображала в этом деле. Она и практик, и так чуть работала в Бургазе. Чуть ли не с самого образования. Ебит в жопочку. Эх ты, блядь. Пиздец. А как идиоты. Ой, ё-моё. И пиздец белой машинки. Да что не живы? Живы, вон там они. Мальчишка-то молодой совсем, да. А ты чё? Ты куда, Антон? Номер оставлю свой. Взрослый мужик.